Друзья, очень трагичные новости. Самолет Фоккер авиакомпании Back Air разбился при взлете. Он потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. Лайнер вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По последним данным, число погибших достигает 15 человек. По данным медиков, 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным МВД Казахстана, в районе крушения находятся жилые дома. Оттуда эвакуируют людей. По предварительной информации, россиян на борту не было. Сейчас на месте крушения самолета работают спасатели. Судя по переговорам, самолет готовился ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили выйти на взлетно-посадочную полосу и взлететь. Однако вскоре связь с экипажем самолета пропала. После нескольких попыток связаться с пилотами, диспетчер попросил летчиков рейса 671 авиакомпании не занимать взлетно-посадочную полосу, с которой вылетел Фоккер 100. Установить его местонахождение было невозможно. После этого прозвучал сигнал тревоги. Пассажиры, будьте бдительны, жизнь одна. Интересуйтесь перед полетом, на чем вы будете лететь. Иногда, может быть, лучше переплатить и полететь на другом самолете. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Друзья, берегите себя и своих близких. Помним, любим, скорбим.